Ой, надо еще сдуть. Что правильно? Дети и необитаемый монстр. Пусрычаны. Да, мы не одни на этом острове, похоже. Либо одни. Да блин, скелет, ты не бесишь. Ты не видишь, пещеру кто-то додумался взорвать. Вот если это сделал Петька, я уже знаю, что я с ним сделаю. Так, идем. И ждем, конечно, Петю, когда он уже придет с грибами своими. О, угадайте, кто тут пришел к нам. Здравствуйте, грибы есть, а почему у вас пузырьки? Где-то там бессмертие. Тебе что, монстры атаковали? Ты профукал кого-то там бессмертие? Еще лучше! Ну, ты не мог еще лучше что-то придумать? Фукл! Статум бессмертия. Теперь нету второго шанса. Ну, типа, две жизни теперь нету. Принес грибы? Принес. Давай, не грибы. А ты умеешь готовить? Хорошо умеешь. Вот, наконец-то! Ой, ки, хотя бы что-то умеет делать, готовить еду хотя бы умеет. Окей, ты там готовь грибы, окей, Петя? Надеюсь, ты знаешь, как готовить. А у тебя есть дерево? Нету? Окей, подожди, сейчас я тебе дам это дерево. Ну, 4 штук точно должно хватить досок. А вот эту табличку можно убрать. Как я обещал, я тут напишу. Тупой. Петя. Тупой сумасшедший Петя. Во, как я обещал. А ты что смотришь на меня? Готовь там, ленивая попа. И еще приготовь вот это мясо. Если ты у нас умеешь готовить хотя бы что-то, то приготовь нам мясо. Я прям сильно ненавижу эти дожди. Петя нашел грибы, а чем нам заняться? Подожди, у нас там ведь железо есть. Сейчас добудем железо. А, кстати, у тебя, Петя, нету там никакого лука, стрелы? Значит, мы не одни на этом острове. Значит, на нас чужак атаковал, ну, точнее, на меня. Значит, надо быстро добывать железо и крафтить нам броньку, либо оружие, хотя бы что-то. Пещеру еще кто-то взорвал. Это точно чужак взорвал. Потому что свои вот так бы не сделали. Так, надеюсь, Петя там не... Ну, не ленится там готовить. Ай, пещеру все заново надо будет строить. Ну, надо слишком долго будет. Ну да, то лучше не буду строить. Только зря профукаю время.
Петя, я буду ждать, как ты приготовишь жрать, окей? Ты мне скажешь, когда будет готово. Потому что я сильно хочу... Что хочу? Отдохнуть? А у нас нету второй пи... Точно, нету. Я хотел переплавить железка. Вот, сейчас скрафтим вторую печку. Я не буду сидеть. Так, вот у нас дерево. Оп-оп-оп-пом-бом-бом. И вот переплавится пусть. А я пока что подожду, когда будет готова еда. Привет, Петя. Я немножко там, ну, ты понял, вздремнул там. Ну что там, готова еда, да? Надеюсь. О, молодец, хотя бы умеет делать еду. Я уже понимаю, в каком-то работе там работаешь, поваром, конечно. Но я, конечно, пока что не хочу кушать. Что я хотел сделать? Так. Я хотел взять железо и скрафтить броньку. А, не переплавал. Ну, окей, заборчики, они так нам не нужны. Нам нужен нагрудник. А пока что я подожду, как тут все переплавится. Опа, опа. Идем. О, уже ночь, как я вижу, Петька. А, откуда у нас? А, как эта штука называется? Проигрыватель на дисках. Куда ты нашел? Только не говори, что ты бочку какую-то нашел. И там был вот этот, не знаю, как это называется. Ну, была вот эта штука, короче, да? А что еще там было? А! Тростник. Полезно, дай мне тростник. Я пойду там посадить. Что там еще нашел? А? Признавайся. Нифига себе! Откуда у тебя диск? Я не понял. Опять? Бог. Ну, понятно. Понятно все с тобой. Ты там можешь что-то крафтить, а я пойду тростник поставлю. Посадить просто надо. Ну, понимаешь, Петя. Тут на береге пусть будет расти наш тростничок. Кстати, у тебя еще есть тростник? Если есть, то возможно, сделай нам торти. Эти скелеты. Что ты тут там готовишь? Но я пока что скрафчу нагрудник. Опа, опа, опа. Так. Нагрудник я сделал и, конечно, наденем. Вот, бери, Петя, да, тебе нагрудник. Понятно, он занят, готовит там нам жрать. Курица, кстати, готова уже. Опа, опа. Он пусть там будет готовить. Ну, тут еще криперный, идеально. Иди ты в баню, крипер. Что ты от меня хочешь? У меня такого ничего вкусного для тебя нету. Тем более ты ничего не кушаешь. Так скажу тебе. Булыжников добуду себе. Немножечко. Вдруг вот этот чужак опять к нам придет и будет... Война! Да. Петя там готовит. Окей. А я пока что убью вот этого крипера. Вот, чужак пришел. Крипер называется. Не-не-не, не надо там взрываться.
Крипер! Ты взорвал! Опять надо все заносить. Не бесит вот эти криперы. Зачем они в этом жизни? Тем более необитаемым островом. Но можно уже сказать, что это обитаемый остров, потому что тут у нас есть чужак. То есть взорвал нам пещеру, скорее всего, и я стрелял и убил панду. И это точно не к добру. Да. Печенить. Как я ненавижу этих криперов. Да я уже так много раз говорил, что ненавижу криперов. Они все равно приходят. Все время. Сейчас все починим. Да. Так. Опа. Опа, блин. Скоро все будет готово. Оп-оп-оп. И я уже вот это второй раз чинил. Да, вот все, тогда сейчас попробуем супчик этим. Кстати, Петя, очень вкусный грибной супчик. Понятно, Петя занят. Ну окей, ты там делай торт свой. Блин. Ну потом почини, ну подумаешь. Там заборчик такой. Ушли. А там что это такое? А я не понял. А это еще кто такой? Либо кто такая? Ну нафиг. Там кто? Там чужак, Петя, ты... Петя, интересно, зачем он сломал дверь и... И вот этот. Сам знаете что. Слушай, я с самим собой только что говорил. Ну да. О-о, кто-то идет. Берем меч, мне лучше топор. Это что еще за железная броня?
Кто там что ломает? Здрасте. Она тупая, что ли? Я не... Иди ты! Так. Ну там где... Блин, блин, девка. Я видел своими глазами. Потеряла меня, что ли? А мне вот такие звуки что-то не нравятся. Ты не послышалась? Петя, у нас чужак. Ох. Но нам хана. Дом сломали. Не строю целые души. А где Петя? Все, убежал. Что делать, что делать? Топор у меня есть. Есть. Фух. А я не понял, а кто это ТНТ ставит? И что теперь нам делать? Откуда тут чужак, во-первых? А во-вторых, откуда у чужака вот такие вещи? За что нам? Давай убей его, зомби. А мне кажется, что она меня заметила. Здрасте, я хороший. А вот вы... Не-не-не-не. Нет. Ну, по-любому, за мной идет. Нет! Я не хочу! Это не мой последний день должен был быть.